Что ж, друзья, вот и стартовал юбилейный сезон шоу «Голос». И знаете, у меня уже есть свой фаворит, представитель Казахстана Адильхан Макин. Сегодня мы послушаем его выступление с композицией «Не отрекаются любя». Советую послушать вам эту версию в оригинале этой песни, конечно же. Ну а в моей версии не будет музыки и будет немного затемнен кадр, чтобы не нарушать ничьи авторские права. А перед началом этой видеореакции прошу поддержать видео лайком. И давайте уже слушать хорошую музыку. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются любя. А ты придешь, когда темно, как на окно ударит вьюга. Да ты припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. Да ты придешь, когда темно. Вся когда-то, что переждать не сможешь ты, трех человек у автомата. Вот как захочешь теплоты, за это можно все отдать. Трудно мне тебя не ждать. Весь день не отходя двери, за это можно все отдать. За это можно все отдать. Вот такое вот выступление, друзья. Браво, Адильхан Макин, браво, Казахстан. Удачи юному певцу в его покорении юбилейного сезона шоу «Голос». Огромное спасибо, конечно же, Александру Градскому, который поддержал Адильхана и даже вспомнил Димаша, сказав, что со времен прослушивания именно голоса Димаша его немного могло более впечатлить, и вот Адильхану удалось-таки произвести на него должное впечатление. Что же, надеюсь, что и в следующем этапе Адильхан покажет себя очень ярким и мощным исполнителем. На самом деле, энергетика его выступления зашкаливает очень и очень эмоционально, и к тому же красиво. А вам понравилось выступление Адильхана Макина? Непременно напишите свое мнение на этот счет в комментариях. И, конечно же, подписывайтесь на канал Горинов Лайф. Здесь мы слушаем хорошую музыку. Спасибо за внимание. Увидимся.